Здравствуйте! Сегодня поговорим о главных must-have'ах осени. Вещи, которые задают настроение всему модному сезону. Прямые джинсы пришли к нам прямиком из 2000-х. Очень расслабленный силуэт. Внизу возможны подвороты. Носим с кроссовками или каблуками. Самые смелые могут выбирать еще и заниженную посадку. Да, он уже не огромный оверсайз, ликуйте! В этом сезоне жакет садится по фигуре и плечам, но все-таки он еще удлиненный. Куртка-пиджак с поясом – это писк сезона 2019-2020. Разнообразные варианты с накладными карманами или с прорезными, но в любом случае ремень сверху. Носим! Французское слово «плиссе» означает «складочка». Юбка родом из Франции красиво смотрится на стройных женщинах, подчеркивая их изящество. Она подходит и невысоким женщинам, и пышкам. Плиссировка обычно ассоциируется с романтическим стилем, но если правильно подобрать аксессуары, она станет частью офисного образа в соответствии с дресс-кодом. Очень по-осеннему и очень практично. Принт должен быть не особо крупным. Длина не особо короткая. Носим такое платье с пиджаками и сапогами.
Но если вам нравятся светлые тона, пусть это будет светлое платье в цветочек. Слушайте наши советы и носите то, что вам нравится. До свидания!